когда оставляли всех участников, всех призоров, всех людей, мы хотели особенно отметить тех людей, которые продали такой покорный, никто отмечен, рассказал бы за тобой. И позвольте от имени себя, как мы сейчас по правильному дружить, благодарности этим людям. Мэр Тишинского района, судье наших соревнований за каждое содействие и подготовку проведения открытого бизнеса в детской спортивной школы по боксу вручается Данилу Рубцову. Также благодарность вручается Эдуарду Смирнову. Никите Филиппову. Александру Бодосенко. Сергею Нови. Андрею Соловьеву. Весовая категория до 28 килограмм. За второе место награждается Денис Швей. Тайшет. За первое
Сайтуро. Сайтуро. Весовая категория 28 килограмм. За второе место награждается Максим Канадчук Юрки. За первое Павел Степанков Юрки. Весовая категория 30 килограмм. За второе место награждается Алексей Демитов Юрки. За первое Евгений Сама Юрки. Весовая категория до 30 килограммов. За второе место награждается Дмитрий Ковальчук Тайшет. За первое Евгений Тихонов Тайшет. Весовая категория до 32 килограмм. За второе место награждается Никита Антонов Тайшет. За первое Дмитрий Васильевич Тулун. Весовая категория до 34 килограмма. За второе место награждается Марк Ножкин Тайшет. За первое Кирилл Прудников Новочука. Боксер весовой категории до 35 килограмм приглашается Пьедестал. За второе место награждается Сергей Конопаткин Бирюсинский. За первое Тимур Антипов Тайшет. Весовая категория до 36 килограмм. За второе место награждается Иван Петров Тулун. За первое Илья Гаврилов, Юрки. Весовая категория до 38 килограммов. За второе место награждается Иван Бакутис. Прошу прощения, весовая категория до 36 килограммов. За второе место награждается Данил Куцак, Саянск. За первое Александр Беляев, Березинский. Весовая категория до 38 килограмм. За второе место награждается Иван Бакутис, Саянск. За первое Влад Паярин, Тайшет. Весовая категория до 40 килограмм приглашается на награждение. За второе место награждается Кирилл Кученков Тулун. За первое Роман Новосад Новочунка. Весовая категория до 41 килограмма. За второе место награждается Иван Гаврилов Чумак. За первое Ярослав Протопопов Саянск. Весовая категория до 41 килограмма. За второе место награждается Данил Попов Тайшет. За первое Артем Драница Юрки. Весовая категория до 44 килограмма. За второе место награждается Олег Фурин Бирюсинск. За первое Иван Назарин Тайшет. Боксер весовой категории до 52 килограмма приглашается Пьедесталу. За второе место награждается Дмитрий Васильев Тулун. За первое Александр Григорьев Тулун. Начинаем награждение юношей 2006-2007 годов рождения. Весовая категория до 32.
Весовая категория до 34 килограмма. За второе место награждается Артем Копылов Чунский. За первое Степан Кубриев Тайшин. Весовая категория до 37 килограммов. За второе место награждается Дмитрий Зубов Тайшин. За первое Дмитрий Рабой Тайшин. Весовая категория до 40 килограммов. За второе место награждается Данил Гильков. Юрий, за первое Иван Сазонов, Тимур. Весовая категория до 40 килограммов. За второе место награждается Эдуард Самар. Тайшет, за первое Николай Астрахов, Тулузский район. Весовая категория до 40, 1,5 килограмма. За второе место награждается Филипп Троница, Бересис. За первое Ярослав Галиевский, Тайшет. Весовая категория до 44,5 килограмма. За второе место награждается Евгений Истепенко, Новочурка. За первое место Кирилл Блинов, Ирбит. Весовая категория до 46 килограмма приглашается к награждению. За второе место награждается Егор Цибульский, Тулузский район. За первое место Степан Непомнящий, Тайшет. Весовая категория до 48 килограмма. За второе место награждается Дмитрий Кударяев, Тайшет. За первое место Иван Платонов, Саян. Боксеры весовой категории до 52 килограммов награждения. За второе место Даниил Сумов, Тайшет. За первое Тимур Балагин, Тайшет. Весовая категория до 54 килограммов. За второе место награждается Михаил Новосад Новоченко. За первое Артем Калин. Андрей Сильцев, награждение.
как обратно выполнять, что вы знаете. За лучшую технику показа нашего соревнования награждается Иван Сафонов, город Тулун. Также за лучшую технику награждается Иван Платонов, город Саянск. За самый красивый бой на нашем турнире награждаются боксеры весовой категории до 54 кг Михаил Малосад и Артем Карюк. Стоим. Лучшим боксером наших соревнований признан боксер из города Тайшета Ярослав Гриевский. Сертификатами на 1000 рублей награждается команда города Бирюсинска, поселка Юрты и города Тайшета. Сертификаты получают тренера. Соревнования подошли к концу. Всем спасибо. Приготовиться для фотографии. Команда Шимпарадова, Руси, парад участников.